Думаю, что сегодня вообще Амкар был лучше нас и заслуженно выиграл. Сегодня был тот редкий случай, когда в контрольном матче встречались команды из одного дивизиона, из одной лиги. Ощущалась ли в этой связи какая-то сверхпринципиальность, особый градус борьбы? Ну, знаете как, вообще, думаю, что настрой у Амкара был лучше сегодня. Они лучше двигались, чем мы, и вообще это... Вопрос всегда на сборах, сколько какая команда свежая, сколько какая уставшая. Так что по этим играм на сборах трудно что-то оценивать. А можно ли говорить, что мы сегодня играли под нагрузкой, что называется? Нет, мы не играли под нагрузкой. Работали. Нагрузка на сборах, она всегда, никто на сборах не играет свежий. Сейчас, после матча, когда вы встретитесь с командой, каким будет ваш главный посыл? Ну, слышите, не надо делать никаких выводов из этой игры, потому что иногда команда должна и проигрывать. Мы вообще до этого момента, нам никто не забивал на этих сборах. Даже мы сами сказали, давай, дай Бог, чтобы кто-то забил, потому что математически кто-то нам должен был забивать. Так что ничего страшного, для нас самое главное было сегодня отработать одну тренировку, это... Считаем как тренировку, и хорошо, что противник был такой, ну, неуступчивый сегодня. Как вам дебют нашего новичка Петра Шкулетича, и когда мы увидим его вот в той компании, которая начинала сегодняшний матч? Ну, про его сегодня не могу ничего специально сказать, потому что второй тайм вообще мы не создавали угрозу для ворота, у ворота Амкара, так что трудно ему было что-то показать, но ему должно какое-то время, чтобы посмотрел, куда он находится, и думаю, быстро он будет в основном составе. Спасибо, Миадрак. Ну, а мы прощаемся с вами. Вернемся в эфир 22 февраля. Нас ждет очередной контрольный матч, и соперником нашей команды станут самарские крылья Советов. До свидания.